Эй, вот собственно, на связи Финн, и мы заканчиваем смотреть «Выживание в Чернобыле» от Линча. Это у нас последняя финальная серия, 11-я, чуваки. Про лайкосики, подписочки не забываем. Давайте добьем 10 тысяч подписчиков на канале. Усаживайтесь поудобнее. Всем, кто кушает, приятного аппетита и приятного просмотра. Нам начинаем. Да, многовато их здесь. Ну, в общем, по дороге ты пойдешь, и там будет эта антенна, дуга. Это я, в принципе, понял. А вы со мной не пойдете? Нет. Как это? Стойте! Да подождите! Блин. Вы. Он просто так уйдет? Твою же мать! Блин, а я уже надеялся, что он уговорит его с собой свалить. И что мне делать? Я уже прям, не знаю, какие-то пасхалочки с этим челом предвидел в будущем, в страшилках каких-то мимолетных, где чел на байке просто едет, как. Реально крутой байкер такой. Жесть. И стрелять и всех не получится. Словил. Проклятие. Или он просто кинул его в мясо, типа подумал, что он здесь не выживет, потому что дохрени он зомби. Прям здесь. Я слышу его. Шуметь нельзя. Ладно. Черт. Надо как-то его убить и не привлечь внимание остальных. Тихому. Эй, ты, иди сюда. Было бы угарно, если бы он ему ответил. Порядок. Никто не заметил. И что мне... Он ему такой, эй, ты, иди сюда. Он такой, кто это, типа, и ты, сам ты. Теперь с каждым только разбираться. Будешь своему Джону так говорить. Вот нища стоит жуткая. Стоп. Ты а что будешь? Если... Да, это должно сработать. По-любому сработает. А в общем, ребята, вот так я сейчас выгляжу. Обмазался останками этого парня. А лайфхаки применимые со времен за. А что раньше вышло? Зомби-апокалипсис или выживание в Чернобыле? По-моему, все-таки зомби-апокалипсис. Как бы оттуда лайфхаков понабрался. И сейчас планирую пройти нормально, через эту рабочие. Толпу зомби. От меня разит за километр мертвечиной, и по идее они либо не обратят на меня внимания, либо сожрут. Не знаю, видел такое в фильмах. Надеюсь, это сработает. Шуметь нельзя, поэтому буду перед... Было бы угарно, если бы он еще сказал, типа, видел такое в фильме... Не помню, как он назывался. А, зомби-апокалипсис, кажется. Двигаться с ломиком. Такая отсылочка. На всякий случай. Прямая. Ну что ж. Пока порядок. Ну и зомби пока невзначай. Хрен знает где. Ладно, дружище, спасибо тебе за... Ну, мы и так с вами поняли. ...твои органы. Главное, идти спокойно, тихо и медленно. Не натыкаться на зомби. Тебе же пофигу на меня, да? Кажется, работает. Да. Он не обращает на меня внимания. Отлично. Можно идти. Единственное, что мне мешает, это... То, что они... Слишком... Блин, ну реально, рабочий лайфхак на все времена просто. Слишком близко стоят друг к другу. Придется маневрировать. Черт. Тихо. Это... Но в метро такое бы вряд ли сработало в новой, потому что там даже мутанты нападают друг на друга, типа. Не, ну в принципе такой лайфхак чисто с зомбями работает, то есть с мутантами в любой страшилке, наверное, не будет. Это очень опасно. Спокойно. Неужели он меня почуял? Нет. Явно на меня смотрят. Они что-то чуют. Они как будто рофлят чисто с него. Быстрее передвигаться. Они играют с ним. Черт.
и, типа, начинает идти в его сторону, такие, я тебя вижу, ладно, я тебя не вижу, ха-ха. Повсюду. Обосрался. О, фак, это было опасно. Это было близко. Спокойно, ребят. Мы с вами все зомби. Я один из вас. Ема. Тихо, тихо. Как же это неудобно, мать твою. Интересно, долго мне так идти? Тут отшельник не сказал, насколько далека эта дуга. Черт. Зомби, кажется, становится все больше и больше. Когда они закончатся? Они явно начинают меня чуять. Че, кто это хрена? Подходят поближе. Принюхиваются гады. Да. Может просто втопить? Надо поторопиться. По фасту. Добежать. Это самый длинный путь. Самый долгий. Тихо. Что это? О! Выстрелы. Я слышу выстрелы. Неужели я уже возле антенны? А кто там? Да, стрельба становится громче. Главное, чтобы его не зацепили. Что за перестрелка? А, наверняка отстреливают зомбарей. Главное, чтобы меня не подстрелили. Да. Реально, надо подумать, что он вот один из них. Зомбак. Мертвецы валяются. Плюс он в форме, еще другой. Черт, у них там серьезная заварушка. Ни хрена себе, какая высокая эта дуга. У бандитов-то проблемы. Зомби явно больше. Воу. У них преимущество. Джон, здорово. Тут сегодня на стриме все персонажи Линч собрались, наверное. Где мне среди всего этого искать Ержана? Держать строй! Держать строй! Этот парень. Он ими командует. Ержан, надо уходить! Да. Уходить! Это Ержан. Ержаныч, давненько не буду видеть. Они здесь в этом здании. Твою же мать. Мне надо как-то проникнуть туда. Но как? Окна есть заколочены. Лом. Двери тоже, думаю, забаррикадированы. Блять, я. Не надо здесь светиться. А то схлопочу пулю от этих ребят. Вроде не заметили. Ладно. Дома Линч, думай. Блин, реально, а рядом с этой... Я забыл, что это за постройка знаменитая. Очень странно, что именно здесь обосновались бандиты, кто их нахрен сюда вообще пустил. Типа, тут должны быть какие-то вояки. Что это такое на крыше? По-моему, это вентиляционная шахта. Да, можно попробовать пробраться по ней внутрь. Спасибо. Эх, ребята, тихо. Да, окна заколочены. Ни черта не видно. Ладно, вперед. Пошла возня по крышам. У них же нет снайперов. Это в виде зомби на крыше я становлюсь отличной мишенью. Надо побыстрее пробраться туда. Так. Опа. Да, это вентиляция. Отлично. И куда? Чёртова вентиляция, я сразу вспоминаю Outlast'ыч. Либо если и страшило клинчи, я вспоминаю... Блин, точно не помню, либо SCP, либо Зону 51. Не помню, где конкретно они там по тоже люкам этим лазили. А? Куда идти-то? Эх, черт, пойду сюда.
Пока ничего не слышно. Надеюсь, Ержан со своими ребятами не свалил через какой-нибудь черный ход. Там вроде свет горит. Сваливать надо, да. Говорю. Я слышу Ержан какой-то бубнёж. Он уже совсем спятил. Мы должны защитить нашего командующего. Мы не переживем это. Ты видел, сколько там мертвецов? Нам всем крышка. Надо брать тачки и сваливать. Но это измена. Это же измена. Да какая измена, если Ержан не выживет? Мы не выживем. Никто не выживет. Я сваливаю отсюда. Понятненько. Похоже, назревает какой-то бунт. Ладно, значит, Ержан все еще в здании. Это хорошо. Но где? Еще и Мэтью здесь, кстати. Так, что здесь? Решетки нет. Джон и Болтон. Какая-то реально Линч комната. Остался такой. Вроде тихо. Никого нет. Думаю, здесь... Не, ну мы хотели сегодня Линча на стрим позвать, но мы не достучались до него. Нужно спуститься. Своим спамом в комментах. Так, аккуратно, потихоньку. Ты не подстрелил меня, гад! Не двигайся, шелупонь! Ты кто такой, мать твою? Зомби! Говорящий зомби, что ли? Да не зомби я! Почему ты весь в кишках? Маскировка. Я пришел за тем, что ты у меня забрал. Я много у кого что забрал. Конкретно, что тебе нужно? Ты и твои ребята ржавые или, не помню, украли у нас с другом документы. Вы те две шестерки сталкеров, которые подтирают за ними, чтобы забрать свои документы? Ну, хочешь забрать? Попробуй. Давай, собери их! Зачем тебе это? Просто отдай мне документы, я уйду! Пошел ты! Я не имею дел со сталкерами! Но я не стал... Не двигайся! Понял, спокойно! Адиос, урод! Черт, надо догнать его! Какого хрена? Он запер двери! Чем-то подпер! У него неприятности! Там полно зомби! А, ну нормально! Они догонят его! Или... Он лезет. Лезет на антенну. Проклятие. Блин. Я думаю, сейчас его там сожрут. Идти за ним. Босс, у вас всё Твою порядке, же мать, босс. Этого еще не хватало. Этих двух громил. Босс, ответьте. Давай. Вам нужна помощь, босс. Это сдержит их ненадолго. Я должен выбраться. Но как? Проклятие. Расстрелил мне руку. Черт. А может Доки здесь где-то? Придется лезть через окно. Быстрее. Блин, умудряется, конечно, Линч в самом финале. Твою ж! Попасться куда-то. В неприятность беги, в тайге. Беги, гад. Я иду за тобой. Ой-ой-ой, экшончик грядет. Рукой, конечно. Себе лезть по лестнице. Вот такой локации красивый. Бля, прикольно. Дождя еще не хватало, черт. Скользко. И насколько высоко он собрался. А вот и ты. Я уж думал, ты не придешь. Ну проходи, располагайся. Пообщаемся. Что тебе нужно? Перебить все сталкерское отродье. Но я не сталкер. Просто отдай мне документы, мы не можем покинуть зону. Конечно, не можете. Вы, туристики, совсем обнаглели лезть на нашу территорию. Да не лезем мы на вашу территорию, мы просто... Просто отдай мне документы. Ты должен их отдать, должен! Запомни, Ержан, никому, ничего, не до... Проклятый автомат! Давай руку! Держись, давай еще немного! Я вытащу тебя, держись! Ну же, давай! Не получится! Нет,
Нет, держись! Слишком, еще немного! Держись! Слишком скользко, я соскальзываю! Проклятие! Я не смог! Слишком скользко! Он выскользнул! Я пытался! Пытался его спасти. Не, ну с другой стороны, он, конечно, слишком козел. Типа, даже если бы его Линч спас, мне кажется, чел бы его... Чел бы его поблагодарил и скинул его сам. Так что тут раз на раз не приходится убирать. Ладно. К черту. Надо выбираться. Так что пошел он нахрен. Он козел. Так. Из него только неприятности, блин. Не, ну сцена, конечно, красивая была. Надо спуститься, забрать свои документы и бежать к машинам, выбираться отсюда. Дождь смыл с меня всю маскировку. От меня больше не воняет зомби. О, это хреново. И они могут наброситься на меня. Черт. Ладно. О, мистер Лэмп. Вроде чисто. Здравствуйте. Так. Так. Где наши документы? Ты сказал, они у тебя. Что-то есть. Что-то есть, да. Это паспорт Джона. Так, а где мой? А вот и мой. Отлично. Nice. Все, можно валить отсюда. Теперь к машинам. А, есть проблемка, там зомби. А? Это что было? Выстрелы. Что там, еще бандиты? Еще бандиты. Там кто-то... Тайминги сказали. Подъехал. Кто-то на машинах. Может, удастся. Это долг! Твою ж мать, это долг! Ребята! Бармен! Бармен, это я! Линч! Ты жив! Отлично, мы за тобой приехали! В тачку! Хорошо, понял. Ни хрена себе. В общем, ребята, мы блин, уже... Челам респект. Спохватились, реально за Линч. На базе долга. Вау. Повезло, что бармен подоспел вовремя. Они как раз зачистили базу Монолита, нашли ту самую машину, крота, который, кстати, оказался живёхонький. И там же был этот отшельник, уже разбирал машину на металл. Он-то и рассказал им, куда я отправился. Бармен оказался порядочным человеком и не бросил меня в беде. Джон, кстати, тоже выкарабкался. С ним все в порядке. У нас сейчас небольшая пирушка. Поедим, поспим, и завтра утром уже будем выдвигаться на границу. Ну, а с вами был Егор Линч, журналист. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите отзывы. Нас впереди ждет еще куча приключений. Всем пока. Вот и мы закончили с выживанием в Чернобыле. Идеальная, конечно, подводочка такая для финала. Идет экшон. Тут челы резко подскакивают, забирают Линч, и все хорошо заканчивается, впрочем, как и всегда. Сирик получился кайфовый. Мне прям зашла, конечно, идея с Чернобылем. Что-то много сериалов мы стали смотреть про него в последнее время, но пока что как будто интересно. Всем спасибо, чуваки, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Также про ТГ не забываем, ссылочка в описании. Давайте добьем там 300 подписчиков, пожалуйста. У нас был Финн, всем пока.